Сегодня начали делать забор 50 метров. Продолжать вот этот маленький 20-метровый забор. В хозяйстве оказались трубы только 108. Поэтому сегодня бурим 200 набором на 250. Пока на 90 сантиметров пробуриваем вдоль шнурки. И потом поставим на него удлинитель и будем добуривать уже на 1,30 м глубину. Через 2,5 метра. Начинаем делать забор. Наварили все столбы. Начали приваривать перемычки. И сразу же прокрашивать забор перед привариванием профлиста. Натянули шнурку, что у нас все столбы ровные. И потом перед прикручиванием профлиста срежем столбы еще в размер, которые будут торчать.